Китайские огурцы. Столь популярные сейчас китайские огурцы – это особая разновидность огурцов, принадлежащих к семейству тыквенных. Плоды у этого сорта типа длинные, от 40 до 80 см, бугорчатые или гладкие, темно-зеленые окраски. Одного огурца вполне хватает, чтобы накормить человек 5. Они обладают превосходным вкусом и ароматом, нежной и сладкой мякотью, с мелкими семенами и без пустот. Даже переросшие зеленцы долго не теряют своих товарных качеств. Огурцы этого типа довольно скороспелые и очень урожайные. Китайские огурцы растут в основном вверх, слабо ветвятся в стороны, образуя очень короткие боковые побеги. Они любят свисать, поэтому и выращивать их лучше на шпалерах с обязательной подвязкой плетей. Сортов китайских огурцов немало. Синдяй, Уйджини, Куймин, китайский плетистый и другие. Сегодня я расскажу о сортах, которые выращиваю сама. Все сорта выращивают только рассадой. Одни себя прекрасно чувствуют теплицей, но есть и для открытого грунта. Теплечные сорта опыляются сами. Чтобы собрать хороший урожай, для полноценного роста им необходимы регулярный полив. Лучшее время для полива – первая половина дня и только теплой водой. Подкормка. Повысить урожайность можно опрыскиванием листьев раствора мочевины 50 грамм на 10 литров воды раз в 15-20 дней, а также солнечное место для посадки. В теплицу я высаживаю. Китайское чудо. Поздний сорт очень урожайный, неприхотлив в уходе. Плоды сладкие, почти без семян. Горечи ни в мякоти, ни в тонкой кожуре нет. На рассаду сею в конце марта-апреле, а в мае высаживаю в теплицу. Очень вкусен в консервировании, просто режем огурец на крупные куски. Китайские змеи. Среднеранний сорт. Выращиваю также в теплице через рассаду. Плоды вырастают до 50 см. Великолепного вкуса, сладкие. Семян в мякоти почти нет, абсолютно нет и горечи. В открытом грунте я выращиваю. Китайский жароустойчивый. Вот только сажу его отдельно от остальных сортов огурцов, чтобы не было переопыления. Иначе получится совсем не тот сорт. Даже при высокой температуре, 35 градусов и выше, хорошо растет и плодоносит. В уходе неприхотлив. Выращиваю также на шпалере. Но есть у этих огурцов и свои недостатки. Это плохая лёжкость. После долгого лежания он дрябнет, становится мягким. И то, что многие сорта относятся к салатным и не годятся для консервирования. Я вам советую, посадите китайские огурцы, и вы не разочаруетесь. Получите замечательный урожай и насладитесь их прекрасным вкусом. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы не пропустите новое видео, в котором узнаете много нового и интересного.